Всем привет! С вами человек, которому нужно срочно постричься. Я уже начинаю вас плохо видеть. Чат. Так, ой, чат. Привычки стрича. Подписчики, напишите комментарий, а то я вас плохо вижу. Так, продолжаем играть в Monster Train. Так сказать, первая ходка у нас была, ну, со второго раза, но мы ее прошли. У меня, кстати, есть одна cool story. После прохождения первой ходки мне стало очень плохо. Настолько плохо, что у меня поднялась температура, мне начала болеть башка. Я не мог... я пошел спать. Через 2 часа я проснулся. Вроде все прошло, а потом опять это такая же фигня, прикиньте. Начала болеть спина. И мышцы, короче, все сводило. Я не знаю, что произошло. Я сначала подумал, коронавирус. Ну, так странно. Вот все было нормально. То есть я проснулся, было норм. Поиграл, да, было норм. Как только закончил играть, встал, все супер хреново стало. Короче, не знаю, что это было, но, в общем, держу в курсе. Сейчас все норм. Ни температуры, ничего. Ладно. Погнали в оказуалившуюся Slay the Spire. Slay the Spire я не мог пройти, дойти до конца, до босса, да, очень долго. Я играл, ну, раз 20, наверное, ходок 20 я сделал, чтобы дойти до, ну, пройти первого босса. Здесь я со второго раза. Так, новый заезд. Что ж, стратегия с тем, с щитом мне понравилась. Классная тема. То есть, герой на щиты, вообще имба. Имба. Посмотрим, что сейчас будем делать. Наверное, возьмем... Блять, что ты ахаешь? Так, ранг согласия. Согласие отключено. Ранг согласия. Враги сильнее, в начальную колоду добавляют случайные карты. О-о-о, серия побед. Кубок бесов, серия побед, 0. Че, идем с рангом согласия 1? Я думаю, это супер тяжко. Смотрите, если мы идем с рангом согласия 1, то, скорее всего, я возьму эту же, ну, такую же стратегию. Ну, примерно. Короче, с этой бабой буду бегать. Потому что если берем наоборот, то, наверное, без согласия надо проходить. Потому что он, ну, как мне кажется, слабый. Как он смешно дрыгает рукой. Это как это, в Южном парке была серия про тренажер такой, который нужно трясти. Так вот. Ладно. Давайте без согласия. Или согласием. Воссоздайте согласие, чтобы повысить уровень. Враги сильнее. В начальную колоду добавляют случайные карты. Ранг согласия 1. Враги сильнее в начале... Да, давайте с согласия попробуем пройти. Ранг согласия 1 на этой бабе. Погнали. Интересно, что получится. Я хочу еще других персов открыть. Так. Последний босс. Серафим Целомудренный. Ага. Случайные начальные карты. Ага. Дает 5 брони. Блин. Броню. Наносит переднему вражескому бойцу 5 урона. Возьмите одну. По-моему, это поприкольней будет. Хотя это еще прикольней будет. Здесь получается всего лишь... Блин, вот это тупо. Зачем мне дали эту картонку? Тут ты берешь, у тебя, возможно, придет одна, это берешь, у тебя 100% 3. Вот ее, наверное, я возьму. А, подожди, они все даются. А, пфф, ладно, извините. Ясно. Я думал их это. О, сразу дают герою усилить. Я думал, их надо выбирать. Но тут щетина. Хотя взрывчатка. Омоложение срабатывает в момент пополнения здоровья, даже если оно максимально. Наносит переднему вражескому бойцу омоложение. То есть, если ее хилить... Блин, не знаю даже, как тут работать. Нужно кучу хилок будет брать.
Ну, шипы и имбовий. Го-шипы. Получить артефакт. Накладывает путы на бойцов врага, проникающие на этаж под пеклом. Ага. Норм тема. Чары получают дополнительный чек улучшения. Не, наверное, возьмем вот эту масочку. Неплохо выглядит. У, блю, стражи света. Так, первый можно взять. Не париться вообще. Ну, типа, если я сейчас на первых умру, это будет омега рофл. Так, на бойцов, не боссов, враги при входе накладываются 3 шипа. Конечно, хп я потеряю, но не так сильно. Так. Ну, кстати, если бы сейчас был взрывчатка. Так, броню ей дадим. Задника завалим. Восстанавливает 2 здоровья, дает ну, дегенерацию. Упадла. Сюда. Ну ладно. Этого поставим сюда. Что-то реально тяжко. Омега лул, но тяжко. Так. Этот не хочет умираться. Почему ты не хочешь умираться? Так, вот теперь он хочет умираться. Там, кстати, следующий босс. Я реально могу сдохнуть, лол. Тупо карты не пришли. Нормально. Получено достижение в глубинах моря. Окей. Ой, омега лул. Так, надо ее хилять. Минус 110. У меня есть куча уколов еще. Так, у него минус 110, у него останется 1 хп. Окей, ладно. Не понял, что там произошло. Почему там челебас не умер? Это долбежка. Ладно, окей. Может, мне плохо в прошлый раз стал, потому что я дергался как ненормальный. Бонус испытания, плюс 50%. А что это очки, они вообще что-то дают или просто так? Открыть новый клан. О, стигийская стража. Заручитесь поддержкой древней стражи Стигийского моря. Таинственные сирены и древние тотемы будут действовать сообща, чтобы изгнать крылатых из ада. Во, вот это интересно, кстати. На зубастика похоже из «Как приручить дракона». Навыльно, навыльно. Выберите награду. Восстанавливает 25 здоровья. Возьмите 2 на следующий ход. Усиливает 4, добавляет 4 шипа. Восстанавливает 2 здоровья всем. Ну, надо ауешку взять, потому что есть мелкие такие челебасы, которые... Так, бесенка возьмем. 1-2 беса, это нормально. Блин, бесы это как, я не знаю... Для прогнома какие-то. Так, бабки не нужны. Пигнали сюда. О, подожди. А, ну да, все нормально. Нет, подожди, что там еще было? Я что-то пропустил. Получите адское отродье. Блин, ну мы тогда с этим вообще разнесли, конечно. Но его нельзя будет поставить, потому что у меня три... У меня, короче, три это угля. Типа на потом его брать. Ну ладно, возьму пока этого. Так, и пойдем усилим. Дает бойцу плюс 1 и плюс 15, плюс 100. Ну, попробуем. Кому это кинуть? Бесу?
Бесу это надо вообще? Бесу надо. Конечно, было бы прикольно сюда кинуть. Но он будет стоить 3. Но, в принципе, идем по той же стратегии, как и в прошлый раз. Так, усиливает бойца плюс 4 к шипам. Нет, подожди. Давайте здоровье апнем. Можно вот ему апнуть здоровье же. Он такой, на второй этаж пойдет. Сильный челебас. Сильный челебаскинс. Ладно, я думаю, можно оставить. Го, попробуем. Ну, я думаю, 3-4 пройду, не больше. 3-4. Чуть, мне кажется, карты не пойдут, так сказать. Удача не на моей стороне. Так. Пока можно это делать так. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Че, раскидаем уколы? Улетело. Понимаю. Так, где у меня уешка? Вот сюда. Здесь надо раскидать теперь. О, факел. Почему это факел? Почему не фаербол? Тут. По-моему, я ничего не сделал этим. Да, лол, я только хуже сделал. Да, против этих чуваков нельзя, это антимаги чисто. Ну, найс. Можно хильнуться. Сделать так, поставить наверх вот этого Чалдоса. Еще одного даже можно. А, они умирают. Изи. Можно еще ускорить? А что это такое? Сверхбыстро. Можно прям на сверхбыстро поставить. Окей, найс. Так, что мы берем? Цепкая лоза. Целебленный взрыв. Целебленный взрыв. Что я несу вообще? Несет... нанести 3 урона, перемещая цель вперед. Ну такое. Усиливает на 4. Наверное, вот единичку возьмем. Я уже брал, так сказать, проверено. Сделано в Германии. Так, дает союзным бойцам 3 ярости. Такое себе. Дает 5 брони, неплохо выглядит. Дает 15 брони переднему союзному бойцу. Но он, блин, вот если бы он столько не стоил... Хотя его можно... Блин, переднему бойцу. Я вот не знаю, как это работает. На всех или только на этаже? А, умение бойца влияет только на его этаж, ясно. Берем броню. У нас куча добора, на самом деле. У нас очень много добора. И мелкие всякие нолики, норм тема. Так, хп мне не надо. Наверное, пойдем сюда. Продавец чар. Улучшает чары, получают мерзлоту. Хм. Улучшает чар, добавляет плюс 20 к силе магии поглощения. Снижает цену чар на 1. Так, что можно снизить? Че я хочу за нолик? Вот это неплохо за нолик, наверное. Улучшает чары... Так, еще раз. Можно использовать только один раз за бой. Улучшает чары, добавляет плюс 20 к силе магии и поглощения. Можно использовать только один раз за бой. Угу. Я понял. То есть у нас факел... Факел у нас будет 22 урона. Но можно один раз за... Короче, один раз только. Блин, может укол сделать? Он за нолик при этом... Да, давай, го сделаем. Так, вот мерзлоту. Что такое мерзлота? Получает заморозка, когда пропадает... Когда попадает в руку из колоды, заморозка от карты не будет сброшена в конце хода. Эффект заморозки пропадает, когда карта активируется. Не фигня какая-то. Что еще есть? Снижает цену чар на 1. Угу.
И где... А, блин, он и так за нолик. Обосрался, обосрался. Было бы неплохо факел тоже. Давайте факел за нолик. Неплохая тема. Улучшает чары и добавляет к силе магии поглощения. Вот, как раз апнем этот факел. Вроде норм. Вроде норм. Так. Угу. Рогатый воин. Безумный крушитель. Наложение ярости на союзников добавляет дополнительно плюс 2 за слой. Какая-то хрень. Хз, за единичку 10-25. Но 34 выглядит помощнее. Не знаю. 30 урона он один хрен нанесет. А тот может умереть от какого-нибудь босса. Так. Во льдах... разлом во льдах вынуждает Костолома остановиться. Вы уже встречали подобные явления. Они часто помогают увеличить численность войск с помощью древней магии. Но этот разлом необычный, нестабильный. Если в разлом что-нибудь кинуть, это может повлечь за собой неожиданный побочный эффект. Зато если на него просто выкачать энергию, результат будет более предсказуем. Так, копирование карты. Копируйте карту. Бросьте что-нибудь внутрь. Копирует карту 5 раз? А, знаете что? Тупо за нолики 22 дэмэджа. Это будет неплохо выглядеть. Это будет неплохо. Да. Но еще было лучше, наверное, это кинуть на иглу. Потому что, знаете почему? Потому что был бы добор еще. Вот это... Ну тут, да. Не знаю, короче. Ладно, не знаю. Не знаю. Наверное, надо было на иглу за нолик кидать. Сейчас проверим как раз. У меня очень мало героев. У меня одни эти там... Короче, мало героев. Дедал профессор. Так, это вот как раз факела за нолики, да? Если я его поставлю сюда, он умрет? Нет, он не умрет. Так, если это сломать, что-нибудь произойдет? Нет. Ладно, норм. Дедал. Так, ну это можно сюда кинуть. Бля, она не взорвется, если я убью ее? Надо проверить. Фу, найс. Так, что мы тут делаем? Блин, я не хочу, чтобы она умирала, лол. Я как-то этого не очень хочу. О, найс. Давайте кинем вот этой темы. Накидаем. Ну, я думаю, все. Ладно, у меня никто не умирает, окей. Пока можно так оставить. Окей. Так, теперь надо жестко, так сказать, захилить. Так, минус 3. Минус 10. Окей, найс. Ух, еба. У меня как раз есть местечко для вас. Изи. Так, ну этого что, будем закидывать? Та-та-та. Ладно, оставим пока на потом. Хотя можно просто факел в него кинуть. Так, что мы еще делаем? Так, кидаем сюда броню. Че, я серьезно хочу это убить?
А если я вот сюда кину, то что будет? Будет просто минус 18. О! Ну, блин, такое себе. Сюда больше не могу поставить. Хэл, хэл. Ну что ж. Сюда. 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 Это ультраскорость, если что. Это на ультраскоростях. О, он умирает, лол. Как вам аниме-битва? Это вот реально, знаете, когда в мультиках там или в фильмах показывают, как они быстро дерутся, вот это и все в замедленной съемке при этом, то в реале это бы так и выглядело. Армирование. Поглощение удваивает броню. Блин, вот это прикольная тема. Я думаю, это взято из Slay the Spire. Там была одна из комбинаций по броне. Там, короче, можно было так удвоить броню, что у тебя ее было там под 100, даже под 1000. И, короче, можно было эту, ну, типа, значение брони. И вот этим значением брони, типа, урон. Короче, сколько у тебя брони, заклинание берешь, с таким уроном кидаешь. Черт, вот это да. Я чуть не сдох, пока это думал, как это. Надо начать читать книжки опять. Что ж. Ну что ж. Так, решим. Ну, берем демона Узивера. Бери плюс один каждый ход. Такое себе. Плюс один на каждом этаже. Не, наверное, возьмем эту штуку. Уголь нужен. Уголь прям позарез. Да, пойдем сюда. Мамани. Что там за артефакты? С вероятностью 25% наносит 5 урона вражескому бойцу, проникшему в ваш поезд. Какая-то фигня. При каждом накладывании на союзных бойцов дает плюс 4 дополнительных броне. Я вот не до конца... При каждом накладывании на союзных бойцов дает плюс 4 дополнительных броне. Накладывание чего? Я надеюсь, хилки? Ну, типа, любых предметов. Так, усилим-ка героя. Продолжим щипами. Шипы имба. Так... Ярость убивает. Дает союзным бойцам плюс 3 ярости. Ну, хз. Что-то какой-то слабый перс. У меня, по-моему, такой есть или нет? Или у меня другой какой-то? Да, а. Ну, я его прокачал просто. Так-то не очень вообще. Я думаю, можно пропустить. Ну, игра, я так понимаю, еще сырая. Ну, не сырая, ну, типа, мало контента. То есть, вот, пока что здесь особо-то ничего и не меняется. Но, уверен, скоро будет новые изменения. Надо будет в названии написать какой-то патч. Я уверен, что патчей будет много. Буй. Вот сюда. Так, у меня неплохие, типа, есть заклинания, да? Что я, наверное, хочу вот этого Челебаскина все-таки вниз поставить. Этот пусть будет таким стражем второго этажа. Этот чел... О, что? Этот теперь не умирает. Что я натворил? А как отменить? А можно отменить как-нибудь? А...
Блин, что это за фигня? Нет, 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 не то. Как-то отменить действие можно? Нельзя ж так. Нет. GG. Ясно. Ну и фигня. Ну и фигня. Меня теперь вообще никто не умирает. Дает 9 брони. Ой, ГГ! Ой, ГГ! Ой, блин. Все по жопе пошло. Все идет по жопе. Просто заруинил себе одним действием. Вот это... Ой, блин. Ну и хрень, даже не смог поставить. Так, ладно. Так, здесь всего лишь... Блин, мне бы задних убить. Ну все. Как-то так. Блин, это говно. Все портит. Все портит. На самом деле надо было ставить того здорового и... Пофиг на минус 3 хп вообще пихуй. Так фигня какая-то получается. О, теперь у меня этот не умирает. Окей, найс. Хоть какой-то плюс. Какой-то. Так, я блин, из-за того, что я вот эту фигню тогда скинул, не поставил здорового, не поставил здорового, теперь могу больше потерять. Так, что с этим делать? Дебилом. Блядь, не. Так, еще одну такую ошибку я делать не буду. Так, этого гость сюда поставим. Ну ладно, скинем. И вот так вот еще сделаем. Знаю, на них тратить факела. Ладно. Я не знаю, вот эти челы смогут их убивать? Вроде этот умирает. Этот вроде тоже должен. Блин, почему меня сюда никто не пришел? Он может прийти на следующий ход, да? Этот чел, который за 4. А, нет, он не придет. Надо раскидывать. Надо сюда, короче, ставить. Надо сюда поставить. Это захилить. Эти за нолик можно оставить, в принципе. Что за хрень? Почему он ко мне пришел? Что? Я был уверен, что он ко мне не придет. Ладно, я его сюда тогда поставлю. Сейчас этот умрет. Этот минус 230. Минус 255. Укол. 353. Найти еще факи. А, подожди, как я его поставлю? Он у меня уйдет же. Ну и хрень, ну и хрень. Я же посмотрел, типа, колоду. Очень странно. Так, что мы тут делаем? А он умирает. Окей. Все могло пойти супер хреново. Ну ладно, ну ладно. То есть, знаете, это сделал 150 ошибок и выиграл. Чисто Хардстоун. Поглощение. Добавляю 4 шипов. Поглощение. Возьмите плюс 3 на следующий ход. Блин, но... Самое крутое это вот это. Там столько карт можно к себе закинуть. Так, призыв.
Возвращает в вашу руку случайно поглощенные чары. Ну, неплохо. Передвиньте бойца вперед, наложив на него 14 брони. Пробивание. Нанесите 5 урона, дает 24 брони. Натиск щитов. Ну, эта штука меня может спасти, но без грамотей выглядит интересно. А, без грамотей, какой же ты интересный. Сейчас чихну. Ладно, натиск щитов возьмем. Будем свою бабу апать и все. На самом деле, она может в соло выигрывать. С шипами. Мне кажется, да. Так, мамани. Что у нас за артефакт? Дает плюс 7 в первый ход битвы. Вот это прикольно, наверное. Если зайдет рука, карты с поглощением могут спитнуть. Не, короче, с хорошей рукой. С хорошей рукой. Это может быть супер офигенно. Прям супер офигенно. Так, это, видимо, с артефактами, да? Бойцы получают дополнительную ячейку улучшения. Ваше пекло получает 14 брони в начале каждого боя. Несите 2 руна каждому бойцу врага, идущему между этажами. Какая же это все хрень, вот реально. Я бы, наверное, обновил даже. При активации карт с поглощением восстанавливают 5 здоровья пекла. Союзники не утрачивают ярость. Чары укола дают плюс 20 к силе магии. Чары укола дают плюс 20 силы к магии. Что за чары укола? У меня есть такие чары укола? А, ну да, вот у меня есть. Укол. Что оно делает? Чары укола дают плюс 20 к силе магии? Че? У меня теперь уколы 25 на... What? Это же офигенно. Это же офигенно, Ватсон. Если бы я там еще в начале правильно раскидал бы улучшение, было бы вообще супер круто. Супер-пупер. Бимба-букер. Пигнали. Не буду рисковать испытаниями. Слишком тупой. Так, отсюда. Блин, вот смотрите, рука вообще не зашла. 11 просто в никуда. Бимбабукер. Ну, этот может еще нормально тут постоять. Бимбабукер. Ладно. Просто 10. 10 в никуда. Так. Это можно сделать так. Это можно... Блин, 20 укола. Тут все умирают. Да, здесь я, наверное, сделаю так. А сюда этого поставлю. Жалко, вот этот не умирает. Так, передвиньте бойца вперед, наложив на... Так, что я делаю? Этот умирает? Этот умирает. Также тут я, надо, наверное, буду хилить. Так. Так, усиливает бойца и добавляет еще 4 шипа. Можно еще факелом. И он... Охренеть у него этого... охренеть у него брони. Чекайте. 28. У меня даже ни на ком такого нет. Так, здесь мы все же так делаем. Так, здесь у нас умирает Чельбас, умирает. Да, можем сюда кинуть. Этого сюда. Так, чисто. Бес нужен вообще? Я думаю, нет пока. Так, у меня остаются какие-то одни заклинания. Так, хиляем. Вот, неплохие заклинания, конечно. Ну, кроме вот этих 2 урона. Вот эти апнутые заклинания вообще прям супер-пупер выглядят.
Помогут ли они мне в финальном боссе? Дойду ли я до финального босса вообще? Так, ну что? Раскидываем уколы. Сейчас тут такой пипяу будет. Смотрите. Просто. Укольчатый пипяу. Еще и вот так вот делаем. Еще и наверх вот этого кидаем. Минус 207. Блин, 207. Он вообще умрет. Чуть мне кажется, он жестко надамажит мне. Жестко надамажит мне. Так, это сюда. Супер добор уколов. Минус 150. На этом этаже. Вау. Минус 220. У него 324. Ой, что-то я боюсь, что он меня накоцает. Но он меня накоцает 100%, ладно. Стюарда. Минус 10. Кол. Блин, минус 15. Один раз он мне ударит в этот. Блин, один раз ударил в пекло. Ладно, один раз не страшно, наверное. Ну, неприятный осадочек остается такой, знаете, типа, ну, могло бы лучше быть. Займите доспех здоровья, возьмите плюс 2 на следующий ход. Мне бы добор в начале какой-нибудь, типа, возьмите сейчас. Но это все на следующий ход, на следующий ход. Спускайте бойца, восстанавливайте ему 10. Спустите Наташу и перемещайте его в начало. Я, наверное, пропущу. Хотя 25 здоровья. Ладно, возьмем. Зачекаем. Дает 2, возьмите 1. Тут призыв возвращает в вашу руку случайно поглощенные чары. Жертва бес. Дает 2, возьмите 1. Блин, там можно синергировать нормально? Я вот думаю. Такой шанс там тупо. Натиск щитов, наверное, прикольнее выглядит. Ну, просто 14 брони. Была бы она за нолик, было бы еще симпатичней. Пимбабукер. Так, тут у нас восстанавливание ХП. Наверное, да, сюда и пойдем. Че такое? Создаю копию любой карты, если это не герой. Вот бы героя тупо апнуть 2 раза. Восстановление 20 здоровья пекла. Да, пойдем. Я так скажу. Чтоб наверняка. Осталось 3 файта, да? А прошли 1, 2, 3, 4, 5. 5 файтов. 5 осталось... Подожди, а всего 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А, 8. Как я так посчитал тогда? Раз, два, три. Три осталось. Прошел раз, два, три, четыре, пять. А осталось-то сколько? Раз, два... А, три осталось. Чё, блядь? Что ты такое, черт возьми, несёшь? Так, что я хочу удвоить? Удвоить, удвоить... Можно удвоить... И либо клейменный воин, да. Жалко ее нельзя удвоить. Типа вот этого воина, да. Мне вот демона Уизивера надо апнуть, чтобы у него была x2 атака. Где тут следующее? Продавец стали. Вот как раз таки сюда мне и надо будет потом. Надо будет сюда. Вот было бы, наоборот, здесь апнуть, а там удвоить. Давайте, что смотрим. Демон Уизивер.
Клейменный воин. Демон Узивер. Наверное, демона Узивера беру. Потому что у меня в начале 11 маны, и я смогу сразу там на двух этажах поставить, если мне особенно два придет демона Узивера. Короче, на первом ходу можно так жестко раскидать. Oh boy. Oh boy. Орёт. О, смотрите, два пришло. Как я и хотел. Ну, смотрите. Для первого хода супер-пупер мега круто. И это умирает штука. Ну, этого можно сюда кинуть. Вот вместе с этим челебасом. А почему она дэмэдж наносит, лол? Все, умирают все. Умирает. Все, передний. Все равно, что она дэмэдж наносит вообще? Какого дьявола ты наносишь дэмэдж? Это две маны, что-то такое себе. Ну, типа можно наверх поставить еще одного стюарта, да? Или все же восстановить хпшку полностью. Ну да, восстановим хп, наверное. Также кинем укол. На 45 дэмэджа! Да. На, минус 40. И усю. Этот факел придержим. На потом. Ауэ. Так, что у нас тут? Ой, сейчас будет омега. Да, а сколько у меня в руке, интересно, максимум помещается? Так, кидаем броню. Кидаем хилку. Кидаем вот это. Расстреливаем челебасов. У нас на следующий ход еще жестче добор приходит. Всё, офигеваем. Офигеваем от следующего прихода. Броня. Минус 45. Изи-бризи. Так, что мы здесь делаем? Тут можем просто похилить этого бабаску. Эту бабаску. Все, найс. О, можно сюда поставить одного. Все. Ну вот так вот еще. Так, что делать тут? Сначала делаем так. Делаем так. Расстрел уколами. Почему бы и нет? Меньше хп это потеряет. Она их призывает или что? Я не понимаю. Смотрите, какой добор жесткий. Еще бы больше угля. Вот реально. Имба, имба была бы. Так, ну здесь можно оставить. Тут можно похилить. Сюда броню. Сюда броню. Так, это пока оставим. Здесь все нойс. Почему сюда нельзя еще одного поставить? Обидно. Так, этого как-то убрать можем вообще? Чидача нет. Минус 75. О, найс. Убираем. Дадим одну дегенерацию. Ну и так просто вот сюда можно еще выстрельнуть. Изи, last fight. Минус 550. С броней минус 570. 688.
Вау, минус 688. Надеюсь, она не коцнет мой. Я хочу что прийти, пройти последнего босса. Ну, хотя бы подойти к нему с полным ХП. Минус 160 выглядит не очень. Минус 190. Минус 190. Тут у меня места нигде нет. Вот это, конечно, очень плохая механика. Я не знаю, точнее, не механика, но, блин. Вот как-то увеличивать, если бы можно это было. Ну... Ну, там есть один способ увеличить, да? Убив первого босса, типа. Так, что она умирает? Минус 75. Такое себе. 190. О, умирает, найс. На тебе. Падва. Ту-ту-ту-ту-ту. Окей. Так. Поглощение удваивает броню бойца. Вот это уже выглядит неплохо. Поглощение. Возьмите бойца и усильте его на 20 и 20, снизив цену до 1. Ой, ну это имба, а не карта, как мне кажется. Так, вот здесь, на каждом этаже может взять эту штуку. Потому что уголь у меня на первый ход есть. Возьмем-ка на... Блин, ну и добор неплохо тоже выглядит. Это всего лишь на 1. То есть у меня и так все неплохо. А вот добор... На первом... Блин, не знаю. Что же сделать? Что же делать? Как же быть? Что же... Блин. И то... Короче, вот почему вот так вот нельзя, знаете, выделить? И все. Через Ctrl взять все. Давайте думать. Ну, я вроде и так нормально херачу. Довольно. Если будет еще больше добор, особенно в начале... Да, с моим 11. Я думаю, там вообще... Ладно. Попробую добор. Попробую добор. Надеюсь, это не фатальная ошибка, как там будет. Короче, не, надеюсь, не будет фатальной ошибкой. Бабаски. Идем сюда. Плюс 75. В корман. Так, апнем сразу перса. Шипы-имба. Шипы-имба. Погнали сюда, может, дадут бабок. Надеюсь, тут не всегда их забирают. Так, что-то у нас мы тут уже были. Тот, у кого есть уголь. А, вот это шняга. Шняга шняшная. Нельзя активировать, нельзя уничтожить. Не, я, наверное, уйду отсюда. Хотя в на... Ой, подождите, у меня же в начале 11. 11. И если плохой заход, и на первый ход 100 дэмэджа, это ж крутая штука. Ну, видимо, все. Обосрался. Так, дает бойц... Блин, усиливает бесконечностью. Такое себе. Такое себе. Камень силы усиливает бойца. Не, в принципе, я все смогу купить, да? Усиливает бойца, добавляет ему плюс 10. Кого я хочу? Наверное, вот этого чельбаса. А, подожди, надо оставить ему будет один. Сделаем так. Одного вот так. Бесконечностью мы наградим кого? Ну, давайте 55, которого. Камень скорости. Ну и хренотень. Было бы охрененно, если две атаки сразу. Вот этому ХП как раз надо. Ну и быстроту ему кинем. Да, омега хрень какая-то. Так, осталось два файта. Вроде идем хорошо, но это всегда так.
Вот обычно в таких играх сначала хорошо, и потом один бац, и все, и ты умираешь. Просто вот не на чистом месте. А если у тебя, знаете, все идет вот так себе, да, там... Первый почти умер, второй почти умер, третий там через жопу, ты уже весь на нервах, и все, и ты побеждаешь на изичах. Ну, как в прошлый раз, короче, было. Они стоят на этих штуках. Кстати, выглядит прикольно. Пеклокрылые. Крылатые падальщики научились снижать эффективность осколков пекла, один из которых вы везете на другой край ада. Уже стоит Гондолио. Что-то музыка как-то тихо стала. Извините. Что-то супер быстро, мне это не нравится. Вот так вот было лучше. Что? Две? Почему два? Так, этот умрет. У него 21. Так, ну да, надо сразу это юзнуть. Ой, ну и хрень. Пин-пунь. Мип. Да, ну и фигня. На следующий ход будет супер добор. Этих добиваем. Найс. Туц. Так, можно сюда одного стюарта кинуть. У меня ни один стюарт не апнут. Плохо, наверное. Можно было апнуть. Так, доборчики. Хилочка. Ну вот эти что-то вообще жесткие ребята. И тупо каменные. Тупо по камню бить. Короче, кто смотрел «Дети шпионов», по-моему, первую часть. По-моему, первую часть. Там был кадр, где, типа, клоны бьют в стену. И разбивает, и потом такой это главный перс пытается ударить в стену, и у него не получается. По-моему, это первая часть была. Ну, кто знает, тот поймет. Так. Ого, сюда одного кинем. Оставлю место для тяжелой артиллерии. Тем более у нас этот умрет. Так, что у нас тут? Этот умирает, чи нет? Почему нет? Теперь нет? Еще нет, точнее. Пу-пу. Почему этот не добивает, не умирает? Я знаете, что сделаю? Я сделаю так. Сделаю так, и теперь он точно умрет. Так, тут тоже... Все погибаю. Могу еще и дегенерацию кинуть. Не, давайте броню тупо кинем. Тупо броньку. О! Че это за голуби? Почему я против голубей дерусь? Кто не смотрел, у меня есть прохождение игры симулятора свиданий с голубем. Меня прям тянет к этим голубям, видимо. Так, укрепление, неплохая картонка. Ну, дегенерацию дадим и все.
Вот эти толстые такие, блин. Толстячки. О, найс. В смысле? Почему? Куда? Куда делось моё... Моё? Из-за чего у меня исчезает два пекла? Из-за чего? Подожди, из-за них? Дает одно поглощение угля. Ну и гандончик, да. Теперь понятненько. Если я сделаю так, он умрет? Ну так умрет. Сюда еще броню можно накидать. Просто так. Вот эти падлы, а я думаю, чего у меня не хватает. Смотрите. Настя поглощает уголь. Уродоч. Ну, минус 831. Так что окей, все. Минус 900. Минус уколы еще. Бабаски. Хорошо, что у меня куча ноликов. Так, здесь можно ускориться, ладно. Стенка на стенку. Так, что-то выглядит уже не очень. Хорошо, что у меня есть куча этого добра. Броня. Броня. Ставим ХП. Минус 153 только. Маловато будет. Куча уколов. Блин, хочу вот этого челебаса поставить. Вот интересно, мне такой придет на следующий ход? Вот хоть бы он пришел. Я тогда его наверх поставлю. Пожалуйста. Найс. Минус 84. Серьезно, чуть-чуть не хватило. 84 минус 89. 5. 5 не хватило. 5 дэмэджа. Ну хорошо, что... А знаете, кстати, почему? Потому что я его вперед поставил. Если бы я поставил его назад, перед... просто я потратил... Ой-ой-ой-ой-ой. Ошиб из очка, блин. Кстати, 30 здоровья дает 4 дегенерации. Кстати, прикольно выглядит. Жалко, у меня все-таки угля не так много в начале. Жертва бес наносит переднему вражескому бойцу 50 урона. Хех. Хех. Это заклинание, что ли? А, это же... А, это заклинание. Ну, короче, через бесов надо как-то прикольно придумать, поиграть. Интересная задумка. Потому что можно бесов... они сильные, и можно их тратить, так сказать. Так, едем сюда. Едем, едем, соседи, село, на дискотеку. Продавец бездужу, продавец еще не подборку артефактов. Давайте посмотрим, что у нас есть. Регенерация восстанавливает на 1 здоровье больше за слой. Убивая, союзники получают плюс 2. Враги получают плюс 1. А, то есть минус 1. Сейчас давайте посмотрим, что у нас здесь тогда. Дает бойцу плюс 1. Ну и кого мне это надо? Ну давайте Стюарта одного апнем, почему нет? Другого вот так вот еще апнуть можно. Ну и это тоже можно кому-нибудь кинуть. Почему нет? Стюарта они такие. Так, и что мы хотим, какой артефакт? Убивая, союзники получают плюс 2. Или враги получают минус 1 к дэмэджу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Да?
Можно рискануть и посмотреть что-нибудь получше. Из этого всего, ну, наверное, только это и выглядит норм. Ну, давайте посмотрим что-нибудь еще. Призывав второго бойца за ход, получаете плюс 3. Тратить... Что? Союзники получают плюс 3 к ХП, плюс 3 к силе магии. Ой, ну тут что-то все интересно. Призыв второго бойца за ход получает плюс 3. То есть, если я могу там двух мелких поставить каких-нибудь, да? Такое, такое, хз. Наверное, к магии. Три к силы магии, норм. Что же, это, кстати, last fight. Last fight. Last. Вбей. Смотрим, что получится. Окей. Серафим из очка. Кидаем сюда. Блин. Восстановление 33 здоровья дает плюс 4 к регенерации. Это минус 93. Сюда я хочу поставить, наверное, этого челебаса. И что такое с ним? Минус 6. У меня еще такая тема есть, надо не забывать. Так, все, тут умирают все. Тут, наверное, тоже убьем. Почему бы и нет? Не будем тратить ХП. Так, главное забафать нашу бабу. Так, что я хочу? Наверное, так. Блин, как я хочу лучше, да. Да, да, да. Вот это сюда. Стюарта. Сюда. Плюс 20 хп. Блин, можно было ее и так похилить на самом-то деле. Куча дэмэджа с этой штуки. Тут все умирают. Тут тоже все умирают. Но мне надо докидать все равно. Так что я сделаю так. Сделаю так. Музон-то какой жесткий. Вы слышите? Прям начался босс-файт реальный. Так, не знаю, куда это кинуть. Да никуда. Кек. Сука, за нолик, а куда кидать, не знаю. Он ничего не даст. Ладно, что я думаю, пофиг. Серафим-то уже накуканивается, так нормально. Так, броня. Броня, все знания. Так. Пум-пум-пум. Вот этот дохнуть не хочет, темнокрыл. Сок минус один. Любовный сок минус один, кстати, да. Уты. Ну ты путы. На Стюарт. Стюарт Литл. Так, ну я, наверное, даже хочу, чтобы он коцнул и убил потом его. Было бы неплохо поставить Стюарта как раз. Вот эту бабу сюда. Укол можно куда-нибудь сюда кинуть. И так раскидать. Вот тупо места нет. Что это за оковы? А, это бесконечность, он возродится еще раз, все, я понял.
Блин, как же у них много хп. Омега лул. Вау, как же у них много хп. Что-то мне уже страшно. Надеюсь, это не ласт. Так, этот умрет хорошо. Да этот умрет не очень хорошо. Уже не умрет. Так, блин, добить его? Окей, добьем. Пока вроде норм. Сейчас бы куча хилок и брони для героя. Окей. Минус 49. Но у него путы, так что ладно. Надо тут что-то делать. Окей. Почти даже нойс. Последняя волна. Капец. Минус 700. Блин, у него 2000 хп. Вау. Минус 800. Это вот сюда. Кинем один. Чего? Ебать. Я вот сюда нажал. И как она... Как я переместился? Так, а почему он не сдох? Вопрос. Минус 800. Блин, 800 это так мало. У него 2000... У него 2000 хп. Бля, что-то мне сыкотно. Что-то я боюсь, рыля. Так, гиперускорение. Тупо расстрел идет босса. Что-то супер сыкотно. Так. Сюда, сюда. ХП можно восстановить. Дать дегенерацию. Сделать так. Минус 133! Если я сейчас сдохну на этом персе, я так пригорю. У него X. У него 30 дэмэджа за раз. Ой, кажется, я проебал. Кажется, я проиграл. О. А вообще ничего не меняет. ГГ. ГГ. Ничего не меняет. GG. Неужели GG? Пиздец. Серьезно? Я думал, это имба. Оказалось, не имба. Я был так близок. О, эта музыка подходящая для моей грусти. Ну, окей, договоримся так, это было, типа, повышенная сложность, да,
было близко. То есть мне не хватило там... Ну, я делал ошибки некоторые. И мне чуть-чуть не хватило... Знаете, чего? Короче, вот как первый раз... Первый этаж сделать очень сильным. То есть первый этаж у меня был слабенький достаточно. Вот если бы у меня был первый этаж, и там был, например, сзади чел стоял, сзади героя моего, у которого была x2 атака, да? Или x3 атака, вообще была бы супер. То есть у меня, ну вот, он 800 урона нанесло, вот 2000, да, 800 урона нанесло, и все, там, дальше очень сложно было. Очень сложно. Обида. Добавляет в вашу руку карту укол. Это чисто какой-то этот... Да. Обидно, да, обидно. Что это значит? Это типа уровни? Да, пробуждение. Сколько всего? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всего 10 уровней. Ну что, на этом серию, наверное, заканчиваем. Обидно? Обидно, да. Обидно. Но мы не расстраиваемся и в следующей серии пойдем за стигийскую стражу. Мне кажется, будет неплохо. Но надо будет понять, с кем же будет имбовий. С пробужденным или с адским отродьем? Пишите в комментариях. Увидимся в следующем серии. Всем пока. Всем удачи.